Тот самый. Рамзес бегал, видел на траксе. Да, вот это как раз-таки то. 4.9 у него, по-моему, было, или 4.11 даже. Сейчас я найду эту игру, точно. Тем временем у нас здесь драфт подходит к концу фактически. Faceless Void и Outworld Devourer от Atfidom, Wisp и Batrider. Такой интересный драфт, а Escape забирают себе опять Огромаг Джиггернаута. Нечто общее с секретами, разве что секреты на втором месте идут сейчас, а эскейпы на втором с конца. Ну, у АФ, если честно, довольно-таки интересный пик. Void и ОД, комбинация очень сильная. К этому мы добавляем бета, который кого-то тянет, команда бежит его спасать, Void прыгает, ставит купол и всех там убивает ОД. И еще один герой у них на очереди. Какой-то великолепный саппорт, который, возможно, как-то бустанет ДПС. Или дополнительный, ну не знаю, под сейф тут не особо нужен был. Оракул, то, что забанил Сундрен. Ну, против Бэтрайдера. Может... Ага, это внезапный шейкер у нас заезжает. Внезапный шейкер. Ну, до этого мы его один раз только видели у Альянсов. И тут опять. Греческий шейкер. А, очень важная игра для греков. Вот как мы убеждаемся, что то, что греки сейчас ведут по очкам, это не значит, то, что они здесь... Легкая прогулка для них будет. Fantastic Five вроде бы могли еще теоретически выходить на этот мейджор, но проиграли Na'Vi и также становятся очередной командой. Фактически только Vega сейчас является командой, которая идет на пятой позиции и может подняться выше. Fantastic Five становится очередной командой. Ну, которая не прошла. Неплохо звучит. Очередной командой, да. Ну и last pick у нас от Сундрена. Ну, ему нужен, вероятно, в мид какой-то герой, который будет убивать... Ого! Слушай, мы только сегодня вспоминали. Вспоминал, да. Этого лондруида внезапного. Ну, Койква на лондруиде умеет магет. Ну вот и посмотрим, что он здесь делает. Главный вопрос всегда с лондруидом, есть ли кем убивать Мишку и как он себя чувствует. Здесь, наверное, только ОД смотрится страшным для медведя. Ну, если честно, за ОД не очень тянет убивать этого медведя, потому что с него-то интеллекты не дают тебе за твои орбы. Только прятать его, если что, в файте и убивать уже других людей. Ну, в таком случае медведь заходит очень-очень неплохо. Да, вот я смотрю в турнирную таблицу. 7-1 ВП, 5-1 Secret, 5-1 Liquid, Atfidom 5-3 и Vega 4-4. Есть еще тоже одна команда, которая поборется за выход, в случае, если у Atfidom будет сейчас поражение, это Imperial. Imperial все еще могут, начиная с 0-4. Imperial поднимаются до 3-4, и у них игра с Na'Vi, которые в не лучшей форме, они могут вполне сделать 4-4 и там где-то добрать себе 5-4. Na'Vi только что убили F5. Хотя F5 тоже в лузерах у нас. F5 на последнем месте. Прям вообще на последнем? На последнем. 1-5. 1-5 у них. Ну, ожидаемо. Почему нет? То есть то, что эти команды будут не на очень высоких местах, в принципе, могли выстрелить Fantastic Five, но после вчерашнего дня уже не особо верилось. У нас, видимо, пауза стоит. Очень долго разбирают героев как-то. Не исключено. Может, что-то пошло не так у нас в доте? Да, пауза. PC Crash. Ну, реконнектнулся. Лондруид. Бывает такое, бывает. Вроде как все готовы. Go пишет Сундрен. И отжимают паузу. Так, ну и по составам команд надо пройтись. Сандерен будет играть на Дисрапторе, Койква на Медведе, Ябзор на Огрмаге, Эйра на Джиггернауте и Кизу на Тайтхантере. У АФ Спартан у нас на ВСП, Мадар на Вайде, Туг на ОД, Maybe Next Time на Шейкере и Скайларк на Бете. Вот Maybe Next Time у нас заходит, ставит Варк. Чуть-чуть, еле успел. Там уже подбегает Джиггернаут. Мог увидеть его смог. На грани. Он с Виндлейсом, в принципе, успевал. Только что он будет... А, ну он же саппорт на Шейкере в итоге. Да. Саппорт Шейкер. Вообще хорошая игра для Мишки получается. У него мало того, что есть Огрмаг, который неплохо бафает медведя, так еще и некем убивать, как мы отметили. Раньше ОД всегда считался контрой, так как у него арба давала только дэмэдж, и он стрелял арбой, ну, просто куда попало, не воровал интеллект, просто бил. И бил очень больно. И в такой ситуации медведю приходилось собирать БКБ.
без БКБ на сумоне было крайне тяжело. Здесь, ну, может быть, тоже БКБ будет каким-нибудь там слотом, почему нет. Но здесь нет такой необходимости собирать БКБ именно чтобы жить. Здесь скорее БКБ, чтобы бить, чтобы не получать станы от шейкера, от... чтобы не прятал ОД, опять же. Битва ну и... Начинается у нас игра. Берут первые баунти руны. Войт у нас, кстати, в миде, если что. Да, будет стоять против Мишки. Против медведя. ОД было бы очень неприятно против него впитывать, хотя и на войде тоже не знаю, как он будет тут справляться. Медведь сильно бьет по голове, несмотря на этот Proven Shield. Возьмет еще на пятом левеле корни и совсем все будет плохо у Мадара. Ну, пятый левел — это ключевой всегда для медведя с этими корнями. Но с другой стороны, ОД в сейфлейне будет, наверное, получше в сочетании с... Кто у него там? Висп. С виспом. На войде они бы точно там никого не смогли убить, а вот с ОД могут поднапрячь. Кого-то попрятать. Интеллекты высыть у этого Тайда. Ну и здесь Огр охраняет немножечко так. Все-таки по статам Тайдхантер и Огр посильнее, чем ОД и Висп вначале. И тяжело. Но зато ОД и Висп. Рендж, герои. И на нижней линии Эра и Сендерен против Бэтрайдера. Шейкер. Патимейкер. Встречают Шейкера. Прогоняет его первым спалом. А, первый спал очень больно дамажит здесь. Тут как бы не загулять. Сендерену три стака на нем висит. Бегает Эра. Ну и прогнали. Я заметил, сейчас постоянно даблой ходят в сложную линию. Либо в миде стоит дабла. Популярная, да. Либо в сложный. Так, а тут кое-кто, если парочку башиков словит, то будет ему не так приятно. Не словил ни одного, и Мадара не очень эффективно таймволком восстанавливать против медведя себе хп, потому что он грызет тебя постепенно, даже его корни. Здесь у Мадара уже некоторые проблемы, он потерял весь хил. Койква уже имеет еще три тангусика, и медведь у Койквы только второго уровня. То есть это даже не третий медведь. ФБ происходит снизу. Да, убили все-таки дизраптора. Давно наклевывался этот килл, там настакивали постоянно на нем. Очень много напалма, и Шейкер пошел фидить Рошану, по-моему, у нас. Да, нафидит Рошану, сейчас вернется. Ну, стандартный у нас такой разменчик. После того, как один из саппортов умирает, второй отдается на Рошане или где-то на крипах, чтобы быстрее вернуться обратно. Сендерен, конечно, неаккуратно сыграл, но я вот увеличен центральной линией. Более того, на верхней линии очень хорошая ситуация у Тайда. Пока что эти две линии за Escape Gaming. На нижней линии у Джаггера некоторые проблемы, но и Бэтрайдер имеет крайне мало. Крайне мало. Ну, Бэт зато ассист получил хотя бы, но такое себе, если честно. Войт притащил себе еще тангусов, 200 голды у него, а вот там уже Орб Веном появился. Может еще и Блайтстон какой-то стоит взять. Так, вот тут как бы не поплатился Бэт. Вроде выживает. Да, выживает на лоу хп. Разворотить Бьютеру, немного подблочил Шейкер, но такое себе, там Бэт не полетит, я думаю, на таких хп. Куда-то давить Сундрен. Ловит фиссур, немного подблочили его. И опять сейчас убьют. Идут стаки. Нету маны у него. Есть на третий спел. Так, там как бы не встрял у нас Бет. Дал еще один стак. Шейкер. Шейкер бежит. Мангуса не хватает. Бах. Ох, как красиво проел. Здесь очень был сильно замедлен Дисраптор. И Дисраптор — вторая смерть. Сендерен в своем репертуаре. Финдерен. Фидит. Так, а на центральной линии Мадара опять потерял все танго и принес себе еще новые, по-моему. По-моему, тоже. Ты думаешь, это те же танго? Блин, не хилился просто. Он что-то себе тащит, курица. Курица бежит, тут и два. Что-то несет ему. Фласку еще. Фласку еще. Ну, очень много тратит на захилы здесь, конечно. Хотя бы левел получать. Тут и не планировалось то, что он хорошо отстоит мид. Да, и все, и Койква получает проблем. Пятый уровень. Это значит, что у медведя появляются корни. Но он берет не медведя. Нет, медведя. А, нет, медведь, медведь, все правильно. У него рэббит. На единичку вкачет, меня немножко смутило. Вот да, и корни все. Подъезжают. Пошло. Очень больно. Приходится на каждый корни тратить таймволк, отступать. И полностью дэмэдж это не нивелирует. Ну, то, по-моему, можно на все уже брать тангус и приносить себе, чтобы как-то стоять тут. Колечко бы какое-то накопить, но для Вайда не очень популярный артефакт. Ну, в хедреску типа выход, а потом в Владмир. Колечко можно взять, конечно. Можно транквилы взять. И стоять, терпать под вышкой.
А из линии ведь не уйти, иначе медведь здесь просто спушит тавра, если вайда не будет. Вот пытается как-то на таймволке выиграть время, но висит орбу в веном, постоянно травят, тангусики заканчиваются, фласка уже закончилась. Но я думаю, АФ совсем не ожидали увидеть тут медведя в этой игре на ласт пик. Подбанили даже снайпера специально, чтобы он не загнобил ОД, который планировался в миде. Да, ну ОД с медведем также не захотел стоять. Мадара продолжает терпеть. Еще корни есть, прыжок. Вот тут за малым. Немного не по таймингу. Там еще был Savage Roar скастован, чтобы не мог использовать прыжок, ну, да, и пытался убежать. Не по таймингу еще раз убили Сандерена. Я предлагаю ливать ему. Сандерену где-нибудь встать в другом месте, потому что пока что он просто фидит этого бэтрайдера, у которого не так все хорошо. А на тем временем Тайдхантер. Тот дэм. Как это произошло? Нету реведжа. Непонятно, как-то горелку может накинули. Твист, в общем, тоже просевший. Очень у нас большие проблемы у нас на боковой линии снизу у Сандерена, но у Джаггера при этом все неплохо. А на верхней линии Тайдхантер доминирует. У ОД неплохой крипстат, но сейчас его забрали и продолжает там Тайд. Удивительно, что у Эры все неплохо. Мы уже сегодня привыкли, то, что он втерпает очень сильно. И ну, может, не такие линии делать. Были просто у него были. Хотя он часть игр ставил против крипов, как ты говоришь. Против крипов я не помню. Я помню, как он стоял сегодня на Селедыче, и было все очень плохо. Ну вот там, да, там у него линия была действительно тяжелая, и там на самом деле даже ему как-то предъявить что-то сложно. Реально тяжко было. Опять даже погоня с Андреном. Отправляют назад, и Шейкер здесь вряд ли добьется чего-либо. 36 на 10 крипстат медведя, 30 на 1 крипстат у Тайда. Продолжает здесь его прятать. Но у Тайда наверняка есть какие-то капельки. Нет, кстати, капелек нету. Выходит Огар. Дает Игнайт. Ну и там все нормально. ОД фризы появляются у нас у Эры. Притягивается вниз. Лассо? Лассо нет. Пятый левел всего лишь. Танчик залетает. Отличный. В Эру, но тут хотя бы блочит его Шейкер немного. Еще бы с тотема ему выписал. Да, дает тотем, но Эра все еще жив. Погоня я за думаю, Эрой. Догонит его. Там еще стаки будут. Да, сожгли. Сундрена пощадили. Оставили под вышкой. Ну, как-то здесь очень долго убивали, и фиссура очень сильно помешала. Изначально Эра еще потыкался куда-то в кустике, мог спокойно оббежать, успеть. Ну, вообще там Шейкер его блочил якобы, хотя фейзы есть у Эры. С фейзами не поблочишь особо. Много наседает на медведя, но я думаю, Койки тут абсолютно плевать, что его немного постукал Войд. Да, уже очень скоро привезет себе Мишку обратно. Мишка пошел хилиться. Пробили его здесь крипы, видимо, пробил Void. Ну, медведь постоянно агрессирует, постоянно на него все лезут. Void, я не знаю, какое количество хила закупил уже Void. Он огромное количество денег потратил на это. Вот вроде 34 крипа, если мы посмотрим по нетворсу, то медведь ведет на 900. И это 900 на хилки, которые потратил Void, мне кажется. Ну и плюс там несколько крипов меньше добил. Не исключено. Шейкер у нас, кстати, купил Soul Ring. Интересный выбор. Ну, у Шейкера все очень даже хорошо. У него 4-1 КДА. Богатенький такой Буратино. А медведи медасик приближается. Да, и неумолимо. Живая идут тяжко и неприятно стоять на этой линии. Просто какой-то мрак. 2100. Даже Джаггер, который потерпел на нижней линии, имеет нетворс больше. И ОД, которого там месят. Ну, не говоря уже о Тайдхантере. Тайдхантер здесь вообще пока что король игры. Кизу чувствует себя великолепно. Но его нетворс, скорее всего, будет в лучшем случае вторым, так как есть Койква. И Койква невероятно быстро фармит. Хасту забирает бэтрайдер. Тут в смоке выход. Увидели агра. Заберут его без особых проблем. Хотя приближается сюда медведь. Ну, разве что там еще Войд бежит с хрона. Нет, убивают спокойно. Агра без каких-либо проблем. И Койкве нужно немножечко отойти. Да, вот он разведывает медведем, видит бэтрайдера, бэтрайдер на хосте, бэтрайдер улетает. Тут бегает еще и висп с одним ботлом, больше ничего нету. Да, пока подфармливают. А, Эра тут забирает какие-то стаки небольшие, которые ему сделали. Насели на Койкову как плотно. Ты посмотри, 4 человека в миде, и бэтрайдер выходит, цепляет Койкову. Дает лассо. Там еще есть хрона. Неплохой хрона. Попал, правда. Ой, еще Шейкер отличный стан дает. Прилетает Хизу, есть реведж, дает еще. Он не слэш тут Эра. Ну, у Эры больше нет маны, и Вайда они не возьмут. Но там стили за Койкву. Убили бета, что но делает Висп? Вот это непонятно, что было. Он просто мог уходить вот по этой траектории, он зачем-то затезерился в мид. Забрали Койкву, но это стоило им двух героев.
Ну, Койкву забрать это дорогого стоит. Он с Мидасом там разгоняется очень сильно. Еще медведь потом будет в кулдауне. Всего один у него есть. Если еще раз убьют, то будет беда. Ну, думаю, что поаккуратнее сыграет. Возвращается на линию. Продолжает грызть Вайда. Вайда есть аквилка теперь. Теперь ману ему постоянно будет хватать на таймволк. Использует. Там какие-то лютые АФ поставили два варда рядом в лесу. Да, вот эти вот. Ради Койквы. Заходит Шейкер, Скайларк. Продолжают они давить. И заходит также Мадара со своим Вайдом. Втроем наседают на мид. Опять поддавливают. Эскейпы прячутся под вышками. Ну, без хрона тяжело будет кого-то там взять, если честно. От финном какие-то агрессоры прямо. Койку абсолютно спокойно стоит. Ему здесь ничего не страшно. Его взять крайне тяжело. Без лосо, без хроносферы. Да и без блинка пока бэтрайдер, пока он долетит. Всегда есть возможность вызвать Мишку и дать Savage Roar. Кстати, этого не хватило в прошлой драке. Там из-за леса вылетел бэтрайдер. Но медведь сначала увидел их, завел Мишку в лес. И потом, видимо, подумал, что они уйдут. Но АФ совсем простые ребята и остались. Ничего их не смутило. Не, хотя такая достаточно глубокая получилась атака. На Эру перетяжка. Эра. Ну, стан немного очень не по таймингу. Да, очень поздно дал. В принципе, если бы дал стан, могли бы сделать пару тычек, после чего УД спрятал бы и релокейт. У Тайда у нас мека появляется на 11-й минуте. Очень богатый у нас Хизу. Да, топ-2 по нетворсу. Вот, пожалуйста, Тайдхантер с тяжелой линией. Ну, линия у него была тяжелая только формально, верхняя. В самом деле она была легкая, потому что ему помогал активно саппорт Огар. Также легкая линия у нас была у Койквы. Еще легче, наверное. Да, и это видно по его нетворсу. 4800 против Вайда 3400. Огромный перефарм. Пошел у нас Savage Roar и спокойно уходит. Медасик пойдет скинуть. Да, неплохо Мишку было бы отрегенить. Или, может быть, ждет вызвать нового. Да, вызывает нового, не стал никуда уходить. Сейчас кинет Мидас, дофармит эту точку. Сидит большого гриба, чтобы побыстрее качаться. Баунти руну забирает у нас Тайдхантер. Ну и Сандрен стоит пока в миде, получает экспулю. Пытается нахватить побольше левел. Оставили ему линию. А медведь может остаться на этих хэншотах постоянно. Ага, тут интересный смоук у нас. Там неподалеку бегает Бет. Но его никто не видит, фордов нету. Видят Вайда. Нет, не видят. Смоке был также выход. Терра успевает нажать крутилку. Хрона на одного дизраптора, конечно, не лучшая. Шейкер там наверняка отъедет, да, отъезжает туда в Унислэшн. Но Дрэнс еще живет, нет, все-таки умирает. Войд лоу хп. Успел каким-то чудом дать прокаст. У нас еще и Тайд дает реведж и улетают. Я не понял, как там выжил вообще дизраптор и успел дать прокаст. Он вроде как очень быстро умирал. Да его просто не добили. В итоге он поставил свой прокаст и забрали Вайда. Еще и забирают Шейкера. Сейчас летят за Бэтрайдером. Бэтрайдер пытается отступить. Ну и не стали за ним гнаться. Медведь решил, что лучше пофармить. Очень осмотрительная игра. Дисраптора нельзя оставлять живых. Для Вайда это один из самых неприятных героев. Вообще, если Войд здесь позиционирует себя как какой-то кэрри, все-таки Мадара на нем играет, то без Линкин Сферы... На топе какой-то прессинг опять на Сандрена, Сандрен опять умер. Еще и на Хизу, дальше продолжают, на стаке будут, толкают банкой, лассо, и минус еще и Тайд. Неплохо так подфиживают эскейп. Какая смерть у Сандрена? Пятая смерть за 13 минут, очень много умирает. Да, и эскейпы заставляют нас всех рыдать, потому что в случае победы от финном они станут на шажочек ближе к выходу. К выходу из группы. И у них, по-моему, еще одна игра останется после этого. Против кого? Не помнишь? Нет, к сожалению, не помню. ОД. А может быть и не одна, может быть это последняя. Последняя? Ну, тогда это хорошо для них. И АЕФам надо побеждать. Да, АЕФам в любом случае надо побеждать, чтобы не зависеть от результатов параллельных матчей, чтобы там никаких переигровок, чтобы выходить в плей-офф. У нас тут внезапный смоук, выход в лес. Если убьют Койкву, то это будет очень хорошо для АЕФ. Тут медведь спалил все, отличный фир. Релокейт немного не удался, и банка еще не попала. Пытаются хотя бы сжечь медведя, но эра. Без ультимейта пока, 20 секунд, и улетают висп. Сандрен в смоке еще бежал. И здесь также в смоке так, который... Непонятно, он атакует или обороняется, потому что он вроде бежал в атаку в смоке, но его тиммейты как-то беззубо напали и вынужден был убегать.
2800 койко, 15-я минута. Рейдианс на подходе. Невероятно быстро фармит. Ну и после покупки Рейдианса начнутся большие проблемы здесь у команды от Финном. Вот он кэрри воет, пожалуйста. Хедрес, ну, как будто бренч со сложной линии вышел. Только вот непонятно, зачем он тогда Аквилу покупал, если покупает Владмир. Хороший вопрос. А разобрать можно Аквилу? Вообще можно, но в Резбен придется продавать, или он с ним будет бегать. Так, тут напали опять на Сундрена, наверное, спрячет его. Нет, просто убил с руки. Прыгает еще Войд. Один тайм дилейшн на Ябзоре. Ябзор довольно толстый, прыгает, ну, дальше. Там дальше пойдет Войд. Есть, конечно, ультимейт у нас у Джаггера, но Эр просто в панике убегает оттуда, и вряд ли он отсюда куда-то убежит без ТП. Побежал за тэпкой. Ну а что толку? Есть лассо, бетрайдеры, никуда отсюда не уйти. От Фина собирают дань для ОД, и ОД очень сильно бустится. После не совсем удачного начала на линии. Еще и вот что делает с медведем. Нет, все-таки ОД по-прежнему очень больно бьет медведя. Да, может быть, в драке фокусить неприятно, но не получится вот так вот просто стоять и в наглую пушить медведем. Находят Кизу, есть Реведж, есть Мека. Не особо ему Ревидж поможет. Виспар, что забрать, но Висп держится на РНЖ. Сейвовенько. Ага. Хотели развести его, возможно, на Ревидж как-то этим тизером. Кизу все-таки дожимают. Как же фитят? По всей карте абсолютно. От Финном просто идут и убивают всех, кроме Койква. Койква — это единственный оплот команды Escape, который пока что держится. И у него готов Sacred Relic. Ну, практически готов сейчас после вот этого фарма Ancient'а. Будет и Sacred, и даже небольшой запасик в голде. И Radiance должен быть в минуте к 18-20. Медведя не очень приятно терять, мог бы перевызвать. Получил немножечко урона. Так, ну появляется Sacred все-таки. А у Вайда уже 800 сверху. Ну, да, действительно, разобрал Аквилу. Остался у него в рейсбенд. Ну, это грамотно. Это хотя бы экономия средств. Оставлять и Аквилу, и Владмир это... Но все-таки зачем он покупал этот фрисбент, я не совсем понимаю. После Пруншилда, да, причем он его взял, сразу мог выходить как-то во Владмир. Лишние траты денег. Тяжело сказать. Может быть, просто был в отчаянии на линии против этого медведя. А тем временем Рошан. Рошан, и как же больно бьет так. Под Владмиром очень приятно забирать его. Там почти пик есть ОД. Остается рецепт. С Рошана, думаю, достанется ему денег. Возьмет еще Аегис, и можно пойти пытаться сломать какую-то вышку Т2. Висп не жалеет себя. Ну, я думаю, потом тэп-аут просто сделает. Ну да. Пойдет отхилиться дома. Зато кэрри фуловые за счет этого. Ну да, забирает Аегис. Очень мощное начало для Деваурера. Он практически догнал медведя, у которого ситуация просто шикарная была изначально, а ОД умирал. У нас Шейкер с блинком уже почти. Но неприятно будет, конечно, под Радиансом. Будут страдать герои АФ. Что-то нужно сделать, придумать с Мишкой. Обычно стараются покупать какие-то медальки, что-то такое. Но здесь особо некому дэмэдж наносить по этому медведю. Только вот разве что, если он будет один заходить, как-то в наглую пушить, сможет его ОД. Кстати, пикой можно его толкать и бить по нему. Но мне кажется, ОД скорее будет его прятать и просто доджить. Но вот Радианс очень неприятно. Много хлопот будет доставлять. А тут размен идет на топе. Бетрайдер. Это подлетает, может кого-то зацепит. Там еще сзади Шейкер стоит до сих пор, но он без блинка. Блинк далеко. Он с блинком, но да, ну блинк у него где-то там. Отдадут. Вряд ли здесь получится. И как-то медведь после покупки Сакрада идет, что ли? Как-то стрёмно отдавать, все сюда стянулись, не просто так, я думаю. Прячет. Надо что-то делать. Бетрайдер. Надо что-то пытаться. Вот, начинает резать этого медведя, но это же... Шейкер дает стан. Но он хилится под вардом Джаггера очень сильно. Шейкер где-то вообще сзади заходит, медведь бежит дальше. Можно кусать Вайда. Ну вот как больно, от радианцев все очень сильно страдают. Ой, как больно, медведь заходит и сейчас начнет пушить тир-3. Это старая добрая стратегия, Джаггернаут плюс медведь, как-то вот... Совсем забыли мы действительно про то, что не просто медведя взяли, а еще и с Джаггером, и под хилинг вардом этого парня забирать, ну, просто нечем. Да еще и хилинг вард толком некому убивать. Бет пока у нас без блинка, я так понимаю, раз не врывался. Да и врываться... С блинком, он пытался залететь, но он получил вот здесь вот гаш на варде, и... Ну, он прыгает, и сразу надо ему ловить кого-то в лассо. Если он будет прыгать и ломать вард, то в лассо он никого уже не схватит явно.
Центральная башня сил тьмы. У нас шейкеры сейчас бинком мигают на мид. Может, смог какой-то намечается? Летит бэт. Но Сандерена только если стандартного, который любит подфидить. 0-6 у Сандерена. Куда уж еще? Пощадите. Слишком много сейчас забрали эскейп за счет вот хотят еще медведя убить и, скорее всего, убьют. Да, уже нету Savage Roar'а, здесь его просто запинают с руки, нет возможности перепризвать как-то. Сейчас еще кентавра постанет, нет. 300 голды для виспа, по-моему, было. Розовенькие циферки были. Ну, неплохо, что-то себе прикупит. Какой-нибудь гост возьмет. Чтобы его так сильно не прессовали в файте. Или меку. Так, ну и собираются по низу, эскейп у нас, ничего не боятся. С этим Радиансом они действительно сильные, могут пойти забрать как минимум Т1, а может даже и на Т2 пойдут. Ну, занимает позицию maybe next time, очень неплохую, готов врываться. Позиция отличная, просто он сейчас... Он не видит пока сзади команду, там стоит один медведь, взлетает бэт. Ну и надо уже что-то делать, кого-то брать. Влетает фиссура, взлетает туда... О боже, как медведя тащит. Получилось плохо, криво. Шейкер подстрял под эту дизраптора. Койко пока ждет. Шейкер так ничего и никакого прокаста не дал. Койко страдает очень сильно. Лох ХП. Что это было? Какой-то прыжок. Его подтолкнули бочкой, походу. Прыжок медведя. Новый спел. Очень было похоже на прыжок. Убили Койкву. Размена шейкера. Страдает там немного эры еще под стаками. Но вроде нормально. Тут Войд идет. Задоджил дэмэдж. Отличная игра от Мадары и Спарта. Страдает. Висп умирает. Бегут дальше за эрой. Надо его там убивать обязательно. Да, нечего уже скастовать Эри. Эра уходит. Мог, кстати, попробовать сделать ТП, но боялся, что Мадара его с руки развалит. И в итоге атака, которая начиналась очень удачно, Шейкер так ничего и не смог раскастовать. Это был полный провал. Там Войд с Шейкером прыгали одновременно, и Войд дал купол. Шейкер в нем простоял весь файт. Потом на него постелили ульт дизраптора, он умер. Я думаю, он в этот момент как-то косо посмотрел на Войда в своей команде. Вообще, честно сказать, странное решение для Шейкера. Если у тебя есть блинк, ты должен врываться как можно более внезапно. Зачем ты даешь предупреждающую фиссуру сопернику? Ну вот честно, когда дают такую фиссуру, первое, что думает враг, точно, там же Шейкер, нужно жать там БКБ как-то разбегаться. Ну да, они не успели этого сделать, но в итоге и он сам не ворвался. Если бы просто ворвался, дал свой раскаст, хотя бы нанес дэмэдж. И в итоге от финнов неплохо отковырялись. В ситуации, когда они должны были терять тир-1, они отбились, они забрали вражеских героев, забрали медведя, что самое приятное. Вот Дэй делает БКБ, боится он этого Радианса, доедает ему правашки какой-то. Так, там нападение легкое. Шейкер! Опять бедный Шейкер, все еще он с ультимейта. Увозит его Висп. Ну, Висп просто настоящий красавчик. Висп сейчас сюда вернется. У Войда еще нету хроносферы, пытается хоть что-то убил сделать. Убил котика, Войд. Хорошо, убил котика. Но тут должны засейвить, наверное, Виспа. Возвращаются они оба под ульт. Бедный Шейкер, никогда он не ультанет. При этом Висп все-таки выживает. Форстафит у Дэ, УД пытается отступить. Бэтрайдер цепляет Джиггернаута. Цепляет Джиггернаута, но Дэ не может ДПС, прячет себя, убивает еще Виспа. Хрона вообще ни в кого, в какого-то медведя на своего ОД. Зачем он это сделал, непонятно. Убивают медведя, конечно. И опять... Очень много ХП бегают, какой-то там вешается. Вешается шадоу амулет. Куда пошел? Он тычку не дал одну, если бы еще одну дал, то убил бы Эру. Delation. Добивать кто будет? Добивают. Эра. Эра. Эру тоже добивают. Эра. Вот Дэд до сих пор ждет. Медведь просто с руки наваливает. Нету сумона. Хизу без маны. Просто раз, два, три, пику. Четыре. Полетели. Полетели с пики. Тут Койко делает ТП и сбивать нечем. Ага. Отменил уже ультимейт. Ну я узнаю старых добрых греков. Вот эти хроносферы, которые поставлены непонятно куда. И после этого драка выигрывается. Ужасная, ужасная хрона. Но сколько там дэмэджа Шейкер нанес? Там есть вообще? Шейкер нанес вот сколько дэмэджа. Минус 269 золота. Он просто потерял золото, на нем кто-то подскользнулся. Это единственный дэмэдж, который он мог нанести. Я думаю, он сейчас очень зол. Никак не может ультануть. Блинк причем купил очень давно. Минут 5, наверное, назад. Да. Печалька. С другой стороны, команда хотя бы тащит. И Шейкер... О, Шейкер. Войд вместе с Деваурером там разобрались нормально. 8-1-2, кстати, у Тага. Так тоже не очень был бы доволен, если бы погиб в этой драке, потому что Войд ему просто... Да он вообще каким-то чудом там выжил, я не понял. Видимо, не было нового медведя у Койкова, где-то он перевызывал. Был бы еще один медведь, то Койкова, я думаю, там навалял бы его очень сильно. Не было, он же только-только реснулся. Его до этого забирали, он вышел, вызвал медведя, и как раз там кулдаун большой. Ну, в общем, пока что у нас интереснейшая игра получается. От финнов зарабатывают большое преимущество.
Такого у них еще не было в этой игре. Что будет Войт? Войт пока что собирает манту. У Войда манта, он очень неплохо себя ощущает. Купит себе еще какие-то диффуза. Все будет у него отлично. Может БКБ. Сомнительно, как-то цепляют виспа, если честно. Он сейчас делает. Хотя вот тут открывает еще ультимейтом. Не пожалел Сондрен. Непонятно, правда, зачем были сентри. Можно было его просто так затыкать с руки. Сондрен кастует все, пока жив. Как можно быстрее, потому что иначе... Шейкер в позиции. А если чем добавить? Летит УД. Ой, какая позиция у Шейкера. Ой, сейчас, если тут увидят... Ой, какая позиция у Шейкера. Войд, купол... Понятно, в кого. Фиссура, как обычно, врыв. На Сондрена, у которого уже ничего нету. Шейкер никого не убивает. У БКБ у ОД. Убивают Тайда. Хизу очень сильно страдает. Но спрячьте своего друга на Шейкере. Спаси ты его, что ж ты не человек. КД у него, понял. Не получится спасти. Спрятали. Давай, Сондрен живет. Ну, он так разобрался, как батя. Он с этим БКБ очень классно отыграл. Трипл килл и бэн гудлайк уже у него. Очень тайминговая ПКБ. Вот он боялся этого Реведжа, этого Savage Aurora, и не зря он его боялся, потому что действительно сейчас с БКБ остановить УД очень-очень тяжело. Нет какого-то burst damage, чтобы с УД справляться. Постоянно медведь у нас вынужден спасать своего сумона, ставить хроносферы. Я все еще не очень понимаю, зачем Шейкер дает эту предупреждающую фиссуру, которая только... Ну, в данном случае, ладно, в данном случае он хотя бы как-то отрезал соперника и, в принципе, все видел. И не так уж они кучно стояли, по большому счету. Там тяжело было дать прямо эхо-слэм по пятерым. Но все же. Ну, хоть какой-то дэмэдж хотя бы внес он в этот раз. В этот раз, да. Кем покупает Тайд у нас? Интересно. Проигрывающая сторона забирает гем. Обычно, когда давят, люди покупают гем, а сегодня мы наблюдаем совсем обратное. Ну, либо, когда уже такое полное отчаяние, ты пытаешься что-то изменить, хотя бы лишив соперника вижена. Здесь блинк появляется у Мадара. Ну, вообще, это похоже на полное отчаяние. У них все очень плохо. У команды Escape и у Шейкера. Ну, Шейкер, понятное дело. Хочет себе, наверное, какой-то форстав купить. Эть. Выложил транквилла. Не дает ящерицам себя ударить. Ну, сделал стак. А Войд, конечно, такой больше хардовый, нежели кэрри. Ну, то есть тяжело ему здесь играть без какой-то линкенсферы против дисраптора, если драки будут растягиваться. С другой стороны, он всегда начинает с первой хрона. Как-то сами ждут, когда пойдут подпушивать эскейп, и это логично. Эскейпам нужно идти, у них медведь, у них джаггер. Такая стратегия. Но они уже второй раз подходят пушить этот тавер, и... Ну, там Джаггер немного бомжеват, всего лишь одну манту имеет. Это маловато для 27-й минуты. На пятый нетворс. Хуже, чем мало. У бета. На 1000 почти. У ОД 3700. И у бета БКБ появляется. Я думаю, Муншард сделает себе так. Муншард, да, вообще отлично этом тут получается. У БКБ уже есть, он много бьет, осталось только быстрее бить. Ну, он мог бы Шиву еще, конечно, купить. Да, но... и делает Шиву. А он Шиву все-таки покупает. Шейкер танцует немного. Ну и Бету тоже ничего сейчас угрожать не будет в файте. Абсолютно БКБ выигрывает эту Ничего, эту кроме карту. Хроносфера. Стоит ну, отметить. Да. Так, Шейкер. Шейкер занимает позицию на Рошане. Опа, вот тут выход с Маке, и бедный Шейкер, наверное, пострадает. Нет. А нет, Деграут успевает. Ну и вот и не видно. Вижу, спасает. И не понимают, где, кто. Сандерен не поставил вард, вот сейчас ставит вард, но ставит вард прямо под центряк, бетрайдер прилетает. Бет цепляет на горку, БКБ нажимает и джаггер с форстафа. Купол в одного Сандерена такой себе, не лучший. БКБ бегает ОД. Байбэк. Ранее, причем какой-то БКБ. И тут может все не очень хорошо закончить для АФ. Прячет себя ОД вовремя, там убивают. Войд, да, или Войд выживет. Войд выживает. Висп его еще отхиливает. ОД продолжает драться, убивает Эру. Все так же гудлайк у него. Шейкер все еще живет. Сандерен вернулся. Отправляет бетрайдера. Есть сумон. Нужно сумона убивать, иначе он всех сожжет рейденсом. Убивают там сумона, 300 голды. Это был сумон, причем так. Войд бежит дальше. И как же больно Сандерену. Дайбэк от Сандерена. Шикарная. Опять шикарная драка получилась. Хорошо затянули Джаггера, убили Сандерена. ОД прожал БКБ, но в момент, когда кастовались все спылы, ОД просто ушел в астрал и спокойно там переждал. В итоге 2000 потеряли эскейп и 2000 набрали за драку от Финном.
Но АД очень вовремя ушел в астрал, потому что там начал прыгать по нему Джиггернаут, травага была, и в этот момент он успел все-таки спрятаться. Что делать на саппорте, у которого самый маленький нетворс, и ты теряешь за драку 1000 золота? Это отчаяние и боль. Паниковать. Скоро он уже и арканы начнет разбирать, продавать какой-то там энерджи бустер. Байбэк был. Откупаться. И вот она, Шива, просто появляется моментально после этой драки. Аегис также есть. Аегис отдает Войду. Может быть, не самые лучшие драки от Атфином, но этого хватает для того, чтобы забирать героев соперника. Ну, там у Escape очень мало айтемов, и поэтому такой вот тут опасно немного. Бегал без медведя, причем он что-то бегает своим основным героем. Да, это... Ну, прямо скажем, без медведя это просто герой, у которого ничего нету, и... Из полезных спелов и только Владмерс в руках. Ну да, вообще ничего не боится уже. Так, спики. А Эгис у нас Войд взял, получается? Да, Эгис взял Войд. Такое Фуза решение. Еще купил. Так у Войда очень много всего. Ну, прямо скажем, ОД забрать тяжеловато. Если он вовремя нажимает БКБ, потом себя постоянно прячет. И как-то нету какого-то бюрста, который помогал бы стирать его. А Сандерен, который может его закрыть. Так, после... а у Бета у нас нету? Гема. Очень странно, то, что никак они не решатся на это. Давно бы уже купили гем. Они должны были гем... выбить. Да, должны были выбить, но... И выбили. Курица летает. Почему он не возьмет, непонятно. Гем ему необходим. Летит Бет, но тут, блин, кому... Да ладно, не сбил медведь Радиансом. Не достал, видимо. Мадар заходит. Мажет по вышке. Ну, тут, кроме шуток, можно убивать медведя. Вот этого сумона, потому что кулдаун у него, возможно, знают об этом АФ. Должны догадываться, учитывая, что они часто убивают лондруида. Аганима нету, и Мишку приходится каждый раз перепризывать. Ну, решают просто бить вышку. Но если они убьют медведя, то они могут идти просто трон ломать. Там эскейп вообще ничего не смогут предъявить им. Ну, они просто ломают здание, а медведь просто стоит и смотрит на все это безобразие. Ничего не может сделать. Сдонали вышку. Трен быстрее хочет, чтобы закончилась эта игра. Сам ломает свои здания, ему уже надоело. Барак осталось поддонать. Так, а там какая-то стычка, по-моему, намечается. Шейкер. Ловят. Шейкер в какой позиции? Это шанс. Предупредительная фиссура. Нет. Врыв ни в кого. Великолепный. Станцию Трена. Зажали его. Хизу идет, дает меку. Войд дерется. Эра лох ХП. Успевает все-таки ультануть. Ловит там еще медведя. Притаскивают. Крона. Отличный врыв от Тайда. Да, и ОД здесь просто похоронил. Плюс 20 инты. Есть Шива. Отличный урон с дэмэджа. Урон с дэмэджа. Урон с ультимейта. Рандстем уже действительно неплохой. Тут ловит еще Сандрена. Сандрен фидит, и, по-моему, самое время кое-что написать. ГГ. Good game. Всем урон с дэмэджа. 3-2-2. По голде. По голде, да. Ну, меня преследует эта цифра, я не знаю, что происходит. Отличная игра от Финном. Такого сильного ОД я давненько не видел, который бы разносил лица. Который и... бы не покупал против такого пика какую-то линку. Да. Бесполезную. Что там еще было? Октарин. Давай посмотрим. Мы наблюдали. Сколько он нанес дэмэджа? Койка 19 тысяч. 24 тысячи нанес так. И как-то медведь, несмотря на то, что на линии, да, он немножечко помешал, но потом в игре совсем не чувствовался. И вот как раньше убивал ОД Сумона, так он сейчас его очень больно убивает. Ну и здесь, конечно, хорошие... Хроносфера под конец игры от Вайда. Но Шейкер, конечно, не везло всю игру, особенно последний этот врыв. Такой чисто на дэмэдж легкий эхо-слэм. Я думаю, с криками с какими-то врывался туда, с закрытыми глазами уже. Зонищий, скажем так, эхо-слэм. Ну да. Атфином набирают очередные очки. Они